Год трудовой славы. В Чувашии утвердили оргкомитет и план мероприятий года, посвященного подвигу строителей Сурского рубежа. Этому событию будет посвящен 2021 год. Согласно плану, в республике установят и благоустроят мемориальные объекты. Будет создан документально-художественный фильм о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла. На гранд главы поставят театрализованное представление, основанное на реальных письмах, дневниках и воспоминаниях участников.